Доброе утро. Доброе утро. Что, голова как у тебя дела? Нормально? Бок не болит? Ну ложись на кроватку. 8-летняя Шукрона поступила в Краевой центр охраны материнства и детства месяц назад с подозрительными симптомами. В последнее время камни в мочеточниках у детей диагностируют все чаще. К примеру, в 2022 году в центре пролечили 126 несовершеннолетних пациентов. Поскольку это дети, в 40% случаев необходимо было хирургическое вмешательство. Мы предложили бы два варианта. Вариант первый – либо провести открытую операцию. Вариант второй – либо отправить ребенка в Москву при наличии стента в мочеводительной системе, то есть чтобы эту операцию проводили в федеральном центре. Такие варианты предложили бы еще полгода назад родителям Шукроны. Сейчас же в центре появился новейший отечественный лазерный аппарат повышенной мощности – литотриптер. После него не возникает рецидива, а ребенок меньше находится в стационаре. Специальным зондом через мочеточник подводится камню, который расположен либо в почке, либо в мочеточнике, и лазерным лучом, то есть его дробится этот камень. Камень дробится до самых мелких фракций, то есть песок, и потом самостоятельно выходит. Аппарат появился благодаря благотворительной программе Банка ВТБ. Организация оплатила такое нужное для детей оборудование в рамках своего проекта «Мир без слез». Кстати, наш регион становится участником этой программы уже в четвертый раз. Программа «Мир без слез» существует уже больше 20 лет. За этот период времени почти 200 учреждений здравоохранения получили медицинскую поддержку от Банка ВТБ. На текущий год запланировано порядка 16 проектов, и один из них – это Алтайский край, город Барнаул. Как отмечают сотрудники регионального отделения Минздрава, за последние 5 лет алтайская медицина серьезно обновила оборудование детских больниц. Из регионального бюджета на эти цели было выделено свыше 250 миллиардов. Следует отметить, что вот за последние 5 лет в части оснащения поликлиник, поликлинических отделений более 700 единиц высокотехнологичной медицинской техники мы этой техникой оснастили наши поликлиники, поликлинические отделения. Именно благодаря такому современному оборудованию маленькие пациенты со всего региона могут получить первоклассную медицинскую помощь, избежав серьезных последствий и хирургических вмешательств. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.